хвост кольцом. Вот. Но в этом ринге она имеет лучшую голову. Вот. Поэтому она в этом ринге. Ринг не очень сильный, конечно. В этом ринге она первая. Больше мне понравилась вторая собака. Вторая желательного типа, абсолютно правильного строения, голова. Но на сегодняшний день эта собака проиграла первой своим недостаточным еще сформировавшимся, ну, не сложением, как это сказать. В общем, собака не окончательно сформировалась, да. Голова абсолютно правильная по линиям, но для этого, значит, на сегодняшний день она недостаточно объемная. Также у нее недостаточно развита физически грудь, значит, должна быть мощнее. Вот. Абсолютно правильная линия верха, хороший круп, хорошее движение, хорошее строение задних конечностей. Собака очень нам всем понравилась. Так, следующая собака, третья. Оценка очень хорошо первая. Излишне рыхловато, вот. Излишне скошен круп, линия верха недостаточно прочная. Для средней группы это, конечно, большой недостаток. Движения связанные, вот. Крупноваты уши, если по голове. Сыроваты губы. Так, четвертая собака в ринге. Ну, она не в выставочной форме, потому что предыдущая собака хоть одета, там имеет хорошо, значит, обросший хвост, у этой собака, наверное, в линьке, так мы предполагаем. Популяция представляет лучшей собой первые две собаки, наиболее желаемый тип московского сторожевой на сегодняшний день. Да, два интересных типа, которые могут развиваться совершенно самостоятельно. Вот. И думаю, что это в этом ринге это лучшие собаки. Преимущество это преимущество... типу первой собаки? Нет, на мой взгляд, второму типу. Но я уже объяснила, чем эта собака проиграла. Да. То есть, если на перспективу эта собака наберет тело, может быть, после вязок, там, с возрастом, это будет очень интересный перспектив. По поведению можете ли что-либо охарактеризовать работу первой и второй собаки? Да, с удовольствием, потому что первые две собаки мы специально проверили по типу ВНД. Это средний класс, то есть практически ЗКС они еще, ну, я не знаю, проходили, не проходили, но для этого класса собак средней группы мы не требуем. И вполне возможно, что они не проходили. Поэтому реакция была великолепная. Тип ВНД крепкий, собаки злобные, управляемые. Реакция была мгновенная, и собаки отлично отработали. Причем вторая собака, вот, может быть, тоже это сыграла роль. Она более злобная оказалась, более, значит, способная к защите хозяина. То есть реакция отличная. Спасибо. Это порода московская сторожевая, старшая группа кобели. Экспертиза породы московская сторожевая старшей возрастной группы закончилась. Значит, что мы видим? Ринг, конечно, очень сильный. Что мы видим? Первые три собаки у нас получили оценку отлично. Значит, следующие раз, два, три, четыре, пять собак получила оценку очень хорошо. И две последние собаки получили оценку хорошо. Значит, первая собака у нас... Первая собака, как мы считаем, это эталон данной породы.
Две вторые собаки очень хороши, но в них все-таки где-то проскальзывает кавказский тип. Но это допустимо для этой породы. Так, четвертая собака, крупный, мощный кобель, но ему желательно по объемней голову. Пятая собака. Значит, посмотрите, у нее скошен круп, у нее шарнирует задние скакательные суставчики. И вот этот окрас, хоть он и в стандарте этот окрас, но темноватый. Желательно посветлее, ярко-рыжий и проточенная. Желательно побольше белой морды. Вот. Ну, а остальные собаки, вот следующая собака идет у нас раздета. Значит, 26-й номер у нас идет, задние конечности подвели эту собачку. Ну, в общем, ринг, конечно, сильный. Сильный. Первое. К сожалению, я пока не могу сказать ни кличку этой собаки, ничего. Мы ничего не видели. Мы видим только нагрудный номер. Номер 139. Значит, собака очень породная, крупная, мощная собака, с прекрасной головой, с прекрасной линией верха. Значит, ярко окрашена, с характерным движением для московской сторожевой. Так, голова породная, переход яркий, морда объемная в черепной части и с полной мордой. Хорошо. Уши правильного постава, глаза темные. Вот несколько слезится левый глаз, но мы уже отметили владельцу, что незначительный заворот. И пожалуйста. Ну, я уже говорила, что прекрасный аппарат движения. Вы посмотрите, как она легко и плавно двигается. Ну, конечно, мы должны уже сделать скидку. Собаки ходят около 2 часов, уже устали. И в такую жару, вот на выставке уже 3-й случай солнечного удара с собакой. Так что вялость. Спасибо. И оценку второе отлично. Собака очень нарядная, с прекрасным аппаратом движения, с прекрасной головой. Но, как я уже отметила, проскальзывает кавказский тип в этой собаке. Значит, переход от головы к морде выражен. Морда желательно чуть понаполнение морду. Вот, прекрасный постав ушей, прекрасная шея, ярко выраженная холка, грива. Значит, собака с прекрасным украшающим волосом. Нарядно одетая собака. Давайте, пожалуйста, быстрым шагом пошли по рингу. Мягко, легко. Вот единственный недостаток, в общем-то, у этой собаки, что мы это вот по объемнее морду. Третья, отлично. Тоже очень прекрасная собака. Породная, нарядная, красивая. Вот, достаточно мощная. Единственное, чем она уступила первым двум, у нас был спор. Но единственное, чем она уступила, это задними конечностями. Она сближает задние скакательные суставы. Вот, и незначительно сближает. Посмотрите, какой это прекрасный тоже экземпляр. Какая породная для этой породы голова. Прекрасный переход, объемная наполненная морда, объемная в черепной части, шея крепкая, мощная, хорошая линия верха.
Грудь широкая, глубокая, достаточно глубокая. Хорошо. Движение, пожалуйста, в движении. Посмотрите, какая это собака в движении. И вот задние эти, что мы сказали, она отличилась у нас по задним конечностям. Вот это уже сейчас даже видно, как шла предыдущая собака и как идет эта. Спасибо. Так, четвертая получила оценку, первая очень хорошо. У нас в судейской бригаде были споры по поводу данной собаки. Мнения разделились, или она получит оценку отлично, или получит оценку хорошо. Все-таки остановились на оценке очень хорошо. Из-за чего? Значит, собака породная, но посмотрите на ее голову. Значит, желательно пообъемней в черепе. У нее узкие скулы. И движение. Движение, ну сейчас мы посмотрим это движение. Значит, она сближает скакательные суставы. И посмотрите, какие движения. Давайте, шире шаг, только быстрым шагом. Вот так. Вот, посмотрите на движение этой собаки. Значит, не характерное взлягивание задними конечностями. Скованно. Незначительный размет. И вот этот бурый окрас. Конечно, окрас для московской сторожевой. Желательно ярко-рыжий. Узкая проточина на голове. Спасибо. Пожалуйста, круг. Монастырская собака, которая и во многих очень местах называется-то монастырской собакой. Мы уже называем этих собак сенбернарами, где-то их называют бернардинерами, по имени приора, который святого Бернара, и который был канонизирован, Бернар, и Дюпре, по-моему, не наврать бы фамилию, я во французском никак. И, соответственно, эти собаки и крупные, и могучие, и достаточно агрессивные, и при правильном разведении и воспитании мы таких собак видим. Сказки об их конечностях – это наше с вами неумение разводить собак грубого, рыхлого типа конституции. Не Сен-Бернара, не его, а его сына, группа Шерхана у нас была такая, тоже в альбоме есть фотография этого Шерхана и его детей многих. Из его потом использовались в основном сыновья. Несут часть таких пороков, которые многие из них, которые нежелательные породы, в частности, по конечностям, тоже фотографии такие есть, как покажу вам, маленькие фотографии. Вот о старых собаках. На 1 января 1988 года, по данным Центрального клуба, у нас около 900 собак московских сторожевых по стране. Из них примерно 2/3 племенных собак. Основное поголовье у нас концентрировано в Москве, в Московской области, в Перми, немножко в Кубышеве и немного в Новосибирске. Очень многие клубы просто отказались от разведения московской сторожевой. Они считают, что это не порода, никому она не нужна, и вообще зачем ее разводить, когда есть как Аскерчер или Сен-Бернар. Восьмой кобель из ВДР и ИКР тоже был бы восьмой кобель. Вот на них получились вот такие группы. Ну, Альф, вот он и был Сен-Бернар, вообще-то голова Сен-Бернар, но корпус, может быть, тут много людей, но, наверное, все-таки видно, что это собака с ногами, с корпусом, хоть с каким-то. Значит, это собака, в общем-то, особенного вреда по
движением порога не нанесла. По голове, да, там сенбернар, тип сенбернара очень прослеживается.